Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. Каспирюша, у меня дома шумно так, поэтому я спряталась сюда от всех. Хочу вам сейчас показать свой заказ с Вальберес. Правда, мне дали пакетик Озон. Ну и там рядышком Озон и Вальберес у нас пункты выдачи, так что вот. Я по рекомендации своих зрительниц, одна девушка мне написала, заказала вот такой вот средство для мытья посуды. Смотрите, оно какое густое. Девочки, смотрите. Прям класс. Вот, ну не знаю, попробую. В общем, здесь средство для мытья посуды, овощей и фруктов. Японский абрикос. Вот, производство это у нас Корея. Корейское вот такое. Вообще, мне, кстати, говорили про корейские средства. Многие девочки говорили, что они очень хорошие. Так что попробую. Вот. И, кстати, по акции она что-то стоила 300 с чем-то рублей. Вот за такую большую бадью здесь сколько? 960 миллилитров. Написано 1 килограмм. Вот, так что обязательно попробую. Это по совету моей зрительницы. Она мне писала вот такая марка. Леон. Леон, да, я так поняла. Тоже по совету одной моей зрительницы белорусскую косметику вот такую. Она мне говорила, что... Она мне писала, что ей нравится больше вот эта тушь. Тоже от... Все роняю. Одна из моих зрителей. Давайте я распакую. Тушь для ресниц королевский объем. Вот такая вот. Ну, не знаю, я ее сейчас открывать не хочу, потому что у меня... Я сейчас пользуюсь вот эта 3XL белорусская. Она у меня закончится, я открою вот эту вот. Вот. Так что тоже посоветую. Говорят, что прям вообще и удлиняет, и прям объем делает. То есть вообще суперская тушь. Тоже стоила что-то там 200 с чем-то рублей. Дальше, конечно же, я еще прошлась по косметике. Запечатали, девочки, прямо от души. Серьезно. Еле открыла, честное слово. Не, ну хорошо, что так запаковывает. Хорошо так, у меня кто-то рвется уже ко мне. Сейчас откроем. Леофан пришел. Никак меня никто не может оставить в покое, девочки. Все, им всем надо, где я, там и все остальные. В общем, я покупала Магнит Косметик маску с витамином С, вот такую от Натуры Сиберика. Скажу, что она мне понравилась, но я потом сделаю отдельный обзор на всякие бюджетные масочки. И я решила, точнее, увидела случайно на Вальберес вот такие это пады. Пады, да, они правильно называются. Очищающие пилинг-диски для сияния кожи. Теперь обратно надо ему выйти. Все, сиди со мной теперь, Леофан. Никуда не пойдешь. Но я так поняла, что здесь содержит кислоты. То есть нужно использовать солнцезащитное средство. Витамин С, АХ-кислоты и гидролат алтайской облепихи. Я буду использовать и летом такие средства. Только я использую, когда знаю точно, что на следующий день у нас пасмурная погода. И... Ну, и, соответственно, еще буду использовать даже пасмурную погоду SPF. Вот так вот они выглядят. Здесь все запечатано, девочки. Потом расскажу, как мне понравилось или нет. Но я не думаю, что они прям там сильные АХ-кислоты тут прямо. Вот, ну, в общем, заказала вот такое средство. Леофан тут у меня. Вот, и еще вот такие масочки. Это китайские маски. На них просто были очень хорошие отзывы. Сейчас я тоже вскрою. Именно на сайте Вальберес. Вот. Поэтому я решила попробовать, так как я говорю, что я сейчас пробую все подряд. Ну, по-другому даже не скажешь. Сейчас тебе дам бумажку. Бумажки мне нужны. В общем, здесь вот так вот они выглядят. Здесь, я так поняла, что-то наподобие крема. И это, я так поняла, что... Ну, типа, на ночь их нужно наносить. Типа, ночных масок. Для вечернего ночного ухода. Гелевая текстура. Тра-та-та, в общем, вода, в общем, разглаживает морщины, устраняет тусклый цвет лица, повышает упругость, плотность кожи. Сейчас ты мне тут все свалишь, Леофан, на бумажку. Он любит вот такие шуршащие бумажки. На, ну, таскает их везде, по дому не только. Вот, в общем, вот такие вот масочки тоже... Много положительных отзывов, там и в возрасте девушки писали о том, что прям бомба, а не маски. То есть, я так поняла, на ночь нужно, ну, вечером нанести, дать питаться и потом лечь спать. Ну, как-то так. В общем, буду пробовать. Это
Нет, это не Япония, это и не Корея, это Китай производство. Вот. Вот такие. Как я и говорила, я заказала кепку. Вот такую серую нейтральную. Стоила она где-то 400 с чем-то рублей. Размер 57-58. Вы как-то выбираете по размеру кепки? Я нет. Не знаю почему. Здесь же есть вот эта вот штучка, которая регулирует. И мне кажется, что... Ну, не знаю. Вот. Ну, она такая, как типа... Такая ткань у нее. Я же гуляю сейчас с Боной, особенно по утрам. Я что по утрам? Завтраком всех накормила, сама позавтракала. Костюм спортивное дело, кепку нацепила и пошла. Что-то тут надо все бирочки. Бирочки все убрать. Так что вот такая вот серенькая. Я подумала, что она ко всему мне подойдет. Вот. И супер. Ну, чтобы, знаете, там прически не делать с утра прям. Нормально, обычная кепка. Вот эта часть такая, мне кажется, небольшая. Нет? Нет, кстати, отличная кепка. Надо сзади немножко подтянуть. Вот. Но я говорила, что я стираю в стиральной машине. И насколько она будет долго проживет. Ну, немножко вот здесь вот неаккуратненько. Неаккуратненько вот здесь вот сделано. Ну, вы знаете, на дачу... И вот здесь вот ткань зацеплена плохо. Вот. Ну, а так нормально. Здесь вот ниточки торчат. Но в общем и целом, знаете, за 400 рублей... Все бумажки мои утащили. За 400 рублей, я считаю, отлично. На дачу, на прогулки, в лес куда-нибудь. Вообще супер. Правда, я думала, что она будет посветлее. Вот. Ну, что, на солнышке выгорит, будет посветлее, да? Вот такая вот серая. Ну, серая хорошо ко всему подходит. Такая вот у меня новенькая кепочка. В общем, девочки, я обязательно потом сниму. Я покупала кучу всяких масок, ну, такого бюджетного сегмента, да? И потом обязательно, когда их все уже так подольше потестирую, я обязательно вам потом... Расскажу, что мне понравились, что нет. Есть уже маски, которые мне нравятся, есть, которые не очень нравятся. В общем, напишите тоже, может быть, и вы тоже любите какие-то маски. Все, сейчас буду всех выпускать. И у вас есть какие-то любимые, прям я с удовольствием тоже попробую. Вот. Ну и средство для мытья посуды тоже. Видите, оно какое густое. Вот такое вот. Вот. Но я не знаю, надо оставлять ссылки или нет. Если нужно будет, напишите. Просто я же, ну, как бы просто показываю свой заказ. Я, ну, впервые пробую. Ну, кепка прикольная. 450 или 460 рублей стоит. Надо, оставлю вам, девочки, ссылочки на все, что заказала, да? Ну, что? Кепочка вдруг кому тоже пригодится. Ну, она такая неплохая, девочки. Неплохая. Она такая достаточно тоненькая, немножко просвечивает вот здесь вот. Не знаю, наверное, не видно, но просвечивает. Но это хорошо, что тоненько, потому что на лето самое то. Одел, голова грязная, пофигу и пошел. Девочки, чему я вас учу, да? Нет, чтобы сказать, мойте каждый день голову. Нет. Вот. Ну ладно, ссылочки вам все оставлю. Ну и так, сегодня немного обо всем. Так, девочки, снимаю я уже на следующий день. В общем, зашла сейчас в магазин «Реал». Купила два батона. Они стоят 27,90. Вот такие вот цены. Хлебный дом у нас. Ну, не знаю. Вот как-то так. Купила еще две бутылки молока. Тоже по акции. Я вот сразу чек смотрю. Просто тут очень мелко. 59,90. Вот такой вот я покупаю. Мы добавляем его только в кофе, там на блинчики. Так что отлично. Смотрите, какую я увидела крупу. Алтайская сказка. Девочки, вообще мне нужна была просто греча. Я решила вот такую взять. Гречка Рож. Наверное, будет очень вкусно. Видите, она какая там внутри. Слушайте, класс. Вот как ее готовить. Вот. Не знаю, попробуем. Незаменимо при похудении. Вот так вот. Сытость надолго. Ну, в общем, не знаю, попробую вот такую. Вот такая крупа стоила 97,90. Вот. Купила еще огурцы. 89,90 за упаковку вот эту. Вот. Просто у нас россыпью, которые огурчики, они вообще такие плохие были, какие-то полусухие. И купила я снова вот эту минералку. Слушайте, она мне так понравилась. Мне даже старшему сыну понравилась. Младший попробовал, ему не понравилось, а старшему понравилось. Ну, он немножко тоже выпил.
вместе со мной. Она стоит 49,90 за бутылку сейчас. Я взяла аж две. Но мне нравится, когда она в холодильнике стоит, когда она прямо холодненькая. Она действительно такая мягенькая. Ну, то есть, ну, такая, в общем, классная. Мне понравилась. Я уже тут отпила в машине, поставлю ее в холодильник. Люблю пить именно холодненькую. Также вот такую вот лепешку. Вот эта лепешка нравится очень моим мужчинам, особенно моему мужу. Она такая сырная, получается, со вкусом сыра. Вот муж у меня ее не раз покупал, правда, она ничевая, стоит 119 рублей. Вот, но здесь, не знаю, сколько здесь штук, но, в общем, много, вот, видите. Так, купила еще своим Феликс, ничего не было, что-то у них все закончилось, не было ничего. Феликс этот стоил у нас 25,40 считать, ну, 25,50 считать, вот такой вот. Ну ладно, пусть будет. Потом я что-нибудь еще им схожу или закажу. В общем, посмотрим. Так, и вот такую вот колбаску. Она очень вкусная. У меня тоже муж ее не первый раз брал. Она стоила 849,90 по акции. Вот такая литовская. Очень она вкусная. Нам всем понравилась. В общем, взяла вот такой вот прям большой кусочек. Вот, так что вот такие вот у меня еще продуктовые покупки были небольшие. Вот, зашла, в принципе, себе за водичкой, вот за этой, гречку купить и батон. Ну, молоко еще взяла. Как всегда, да? Что-нибудь еще дополнительно да возьмешь. А я тут, девочки, решила напечь булочек. Но я не снимала, как я замешивала тесто, как я лепила. Почему я не снимаю? Потому что обычно тесто у меня не получается. Я не очень дружу с тестом, и я вообще избегаю делать дрожжевое тесто. Это честно, я вам признаюсь. Но я могу сказать так, я считаю, что нужно мне, конечно, просто набить руку, найти свою идеальную пропорцию теста, потому что рецептов много, и мне как-то скидывали тоже рецепты, но у меня обычно ничего не получается. То есть у меня либо слишком жесткое тесто, либо не поднимается, либо пресное, либо, ну, в общем, по-разному у меня. Вот сейчас напекла, я не пробовала еще сама. Сделала сосиски в тесте, вот такие вот. Хотела их посыпать кунжутом, поставила в духовку, забыла, что хотела посыпать кунжутом. А потом, ну, уже они когда поднялись в духовке, да, уже поздно, короче, было. Поэтому кунжута мало. В общем, вот такие вот сосиски в тесте сделала. То есть тесто дрожжевое сделала сама. Я молодец. Потому что я обычно не делаю, ну, редко очень. Вот, и вот такие вот тесто у меня получилось, как вы видите, немножко. Но это хорошо. Вообще, я всегда, когда вот делаю, у меня тесто получается немного. Моей сестры, например, тесто, знаете сколько? Она по 5-6 противней делает булок всяких разных. Я вот как-то, ну, по чуть-чуть. С другой стороны, так как я пробую, ищу свой рецепт теста, да, то по чуть-чуть достаточно. В общем, буду впереди лето, все у меня мужики будут дома. Пеки себе не хочу, да. Ну, в общем, не знаю, что-то у меня было прям вдохновение. Сегодня днем, знаете, гуляла с собакой, с Боночкой. Он на меня дрыхнет. Вот. И прям так захотелось напечь мне. Вот напекла. А здесь они вот такие черные, это потому что там какао. Какао-порошок с сахарком. Ну, я просто раскатываю, смазываю маслом сливочным, ну, таким растопленным, да, можно растительным. Потом сахар сыплю и какао. Вот, и получается у меня вот такие вот булочки. Потом, ну, сворачиваю так рулетиком и разрезаю, и кладу. И получаются вот такие вот, как розочки. Мне очень нравится. Но они вот такие коричневые, потому что, видите, какао вытекает. Поэтому получается. С маком у меня не любят мальчишки. Мужчины мои, я же для них делаю. Поэтому с маком не любят. Ну, в общем, попробую, не знаю. Расскажу потом как. Ну, как я делала тесто. Молоко, вода, мука, масло сливочное, яйцо, дрожжи, соль, сахар. Ну, как бы стандартно, да? Ну, в общем, ну ничего, вроде поднялось. Поднялось хорошо так. Ну, в общем, напекла. Сейчас еще готовлю, буду варить суп на завтра. Вот. Ну, плов, наверное, сегодня сделаю. И все.
Вот, ну прям вдохновение. Думаю, пока вдохновение, надо печь, правильно? Вот, так что такая вкуснятина. Сейчас мои как раз приедут. Сегодня муж младшего забирает. Будем пить чай. Ну как, ужинать будем. Это ужин такой вкусный, булочный. Булочный ужин. Ужасно, да, девочки? Ну, что делать? Что делать, когда вдохновение посетило? Придется есть мои булки. Так, ну что, девочки, кто молодец? Я молодец. Сделала два супчика. Вот такой вот сливочный, правда, без сосисок, но с макрошками. Вот здесь вот он у меня такой вкусненький получится, достаточно такой густой. Сливочки сюда добавила на курином бульончике. Красота. Кто меня смотрит недавно, тот тому сразу говорю, мяса в супе у меня нет, потому что его у меня не любят мужчины. Они любят просто супчик без мяса, поэтому так и варю. Видите, я тут все, короче, кухню все уделала. Как всегда. И это грибной суп. Грибной суп я варю всегда с перловкой. И грибы собирала сама, сушила сама. Это лесные грибы, поэтому бульон такой темный. Вот. И сделала еще, то есть помимо булочек, двух супчиков, сделала еще плов. Сейчас его перемешаю. И будет еще у меня вкусненький плов. Вот. Но, правда, мужчины мои сказали, что ужинать уже не будут, так как наелись булок. Ну ничего, зато завтра готовить не надо. Супер. Ты молодец. Я молодец. Девочки, и булочки у меня получились вообще огонь. Тесто, как ни странно, получилось. Хотя обычно, ну я уже говорила, да, что оно мне не получается. В этот раз прям вообще. Я сюда пришла. Хочу вместе с вами распаковать. Точнее, я уже распаковала, посмотрела. Это у меня посылочка с Алиэкспресс. Заказывала я, кстати, с самого Китая. То есть там есть же доставка с России, есть доставка с Китая. Я заказывала с Китая, дошло как обычно, за 3 недели, оплата тоже проходит, все проходит. Единственное, там новое приложение нужно скачать. У нас, кстати, тоже с мужем один аккаунт. Очень удобно, я туда добавляю, он потом спрашивает, тебе надо, не надо. Я говорю, конечно, надо. Я заказала бижутерию, целый пакетище у меня здесь бижутерии, причем я заказала сережки на лето. Очень мне захотелось побаловаться. Единственное, что мне положили вот такую бумажку. Что это такое, я не знаю. Наверное, какая-то салфеточка для того, чтобы протирать бижутерию, наверное, да? Кто знает, девочки, кто заказывает с Алиэкспресс бижутерию, напишите. Я говорила, что я очень люблю серьги. Я очень люблю эти браслеты. Ну, заметно, да? По мне заметно. Ну, как-то так. В общем, давайте вместе с вами вскроем. Смотрите, какие сережки. Я буду их сейчас примерять. Это свои сниму. Это у меня серьги. Как-то тоже меня спрашивали. Вот такие птички. Это с... Не на любую мочку, видите? Не на любую мочку подойдет. Это Sunlight серебро. Так. Вот такие вот зелененькие. Ну, это бижутерия. Это чистая вода бижутерия. Такая веселенькая на лето. Что-то мне очень захотелось прям. Прям красоткой быть. И это все, я так понимаю, как это... У них это называется почему-то пусеты. Пусеты, не знаю почему. Вот. Но, кстати, бижутерия классная. Все заказала у одного продавца. Ну, чтобы все скопом мне одной посылкой. Вот. Всякие разные. Мне кажется, ну, прикольно. Че? Так. Что-то они меня запутали. Смотрите, вот такие вот зеленые штуки. Сейчас я одену, буду по одной сережке. Единственное, смотрите, у них заниженный этот, как его называют, девочки, я не помню, честно. А, в общем, с какими-нибудь футболками, майками, не знаю, мне очень что-то такого яркого такого захотелось. Смотрите, огонь. Кстати, даже вот зеленое прикольно сочетается с красным. Смотрите, какие сережки. Вот. У них вот такие, ну, вот такие металлические штучки. Не видно, наверное. Слушайте, заниженные, видите, как бы прикрывает дырочку. Вот у кого она такая большая, растянутая. Смотрите, какие прикольные. Даже с этим платьем очень классно. Так, на второе ушко я одену в другое какое-нибудь. Смотрите, какие девочки. Мне так нравятся. Они, кстати, легенькие. Ну, это такое... Пластик. Так, еще вот такие серьги. Девочки, сейчас будем мерить. Не знаю, очень мне... Я на самом деле бижутерию не очень люблю. Я все-таки за больше за
ну, серебро в последнее время, а тут что-то я не помню, что смотрела на Алиэкспресс, увидела какие-то серьги, мне так понравилось. И, в общем, я поковырялась и решила заказать. Смотрите, вот такие. Такие классные. Так, вот такие классные, смотрите. Да? Я, кстати, вот к этому кольцу одела второе кольцо. Синенькое такое. Это тоже у меня серебро. Мне нравится, прикольно. Смотрите, какие. У меня руки желтые от этого. Как его? Куркумы, короче. Куркуму добавляла в этот. Как его называют? В плов. Так. Здесь вот это дерево. Деревянное такое. А здесь просто как проволочка такая намотана. Слушайте, ну прикольные тоже. Все в такой цветовой гамме выбрала. Ну что, прикольно летом, девочки, похожу тут по это. Красоточка. Да? Смотрите, вот такие. Слушайте, вот прикольные. Мне и эти нравятся, и эти нравятся тоже. Тоже с красным хорошо, и с черным хорошо будет. Да, прикольные сережки. Так. Сейчас я тут все потеряю, я знаю. Себя уже потеряла. А, вот одна заглушечка. Так. Я имею в виду вот эти заглушки, я их постоянно теряю. Вот такие вот сережки. Вот это вообще огонь. Они мне, кстати, понравились больше всех на картинке. Так вот они выглядят. Смотрите, какие прикольные. Это сделано из такой, как, типа, джинсовой ткани. А здесь, типа, кожа. Смотрите, какие прикольные. Тоже с джинсами какими-то, да? Или с какой-нибудь... Так, сейчас я все растеряю. А с этой стороны они вот такие, смотрите. Прикольно. Слушайте, ну прикольно, что? Поносить, побаловаться. Вот такие, смотрите, какие прикольные. Вообще класс. Так, следующие. Следующие вот такие желтые. Есть, видите, там силиконовые такие заглушечки, которые я сейчас потеряю. Смотрите, девочки, какие. Это сделано из дерева, а здесь как типа такой веревочкой обмотано. Смотрите, какие прикольные. Девочки, ну прикольно, огонь же. С белой футболкой. У меня есть такого цвета желтого сумка. Круто. Это еще не все. Следующие сережки вот такие. Что-то у меня зеленая сюда, зеленая тематика. Вот так вот они выглядят. Здесь как такая пружинка. Здесь вот прорезиненная, а здесь такая металлическая пружинка. Ну, огонь. Вот эти вот прикольные очень. Очень мне нравятся. Смотрите, какие. Класс. Девочки. Буду красоткой. Так, следующие у меня вот такие синенькие. К джинсовые. У меня есть такая джинсовая куртка. Будет классно, наверное, да? Смотрите, какие. Вот эти тоже прикольно, мне нравятся. Вообще нравится, прикольно, бижутерию. Чё? Сейчас я на бижутерию подсяду. Это точно. Так, теперь вот такие, видите, они какие-то треугольнички. Сделаны тоже, знаете, как провода. Смотрите, какие. Ну, класс. Девочки, мне очень нравится. Вообще очень нравится. Смотрите, какие. Такие прям яркие они получаются. Вот с этой стороны, видите, они какие. Класс. Так, это не все. Вот такие. Еще серьги. Они с этой стороны выглядят вот так. Вот видите, они все, ну, как пусеты, гвоздики, да? Написано было пусеты. Смотрите, какие крутые. Вообще огонь. Так, и последние, девочки, на сегодня. Это вот такие вот ромашки. Сейчас я их одену. У меня есть и ромашка тоже. Такая брошь. Тоже на Алиэкспресс заказывала. Прикольно. Ромашки выглядят вот так. У них силиконовая такая заглушечка. Вот так вот выглядят ромашки. Прикольно, девочки. Вообще. Ромашечки такие классные. Слушайте, ну я вам оставлю ссылочку, наверное, на продавца. Всего одного продавца заказала. Заказывала на свои денежки, это не реклама. Вот.
не знаю, оставлю ссылку на продавца, оставлю, у него там очень много прикольных сережек всяких разных. Ромашки. Не, прикольные ромашки, девочки, вообще. У меня точно такая же есть брошь. Прикольно. Так что вот такие вот ромашишечки. Ссылочки оставлю вам, девочки. Ну, прикольные, прикольные очень сережки. Вот эти тоже яркие такие, да? Вот эти тоже яркие. Ну, на лето вообще огонь. Буду такая щеголяться. С Боной гулять, да? Вот. Так что... Рекомендую, девочки, поднять себе настроение. Мне вообще поднимает настроение. Класс. Вышли погулять вечерком с девчулями. Одна. Вторая. В смысле, ой. Я когда одна гуляю, я гуляю только с Боной. А когда с кем-то... Мега-медленно. Час уже. Да. Мега-медленно иду. А когда... Вначале было 40, потом час. Да. Иногда 30 минут. Да, когда... С кем-то гуляю, то я гуляю. Джуз тоже беру с собой, потому что ее, если собака идет какая-то, ее надо на ручки обязательно брать. Иначе она визжит, как резанный поросенок. Да, Бона? Гуляем, у нас время 8:30. Скоро белые ночи. Точнее, уже начинаются потихоньку. 8:30 вечера. Наверное, часов 10, да, сейчас темнеет уже. Наверное, да. Где-то примерно, да, часов 10 уже темно, но солнышко уже заходит. 10 темно, и часов в 5, по-моему, утра, или в 6, уже светло. Не знаю, я в это время сплю. Птички опять, хорошо. Красота. Я в своих ромашках. Вот. Так что мы немножко прогуляемся, маленький кружочек сейчас, и спать уже. Потому что 8:30, завтра в школу. Школа, садик, все как обычно. Вот. Так что на сегодня уже буду с вами прощаться. Всех люблю, целую, до новых встреч.